Ты пытаешься втянуть нас во взяточничество или незаконную продажу? Да! Так бы сразу и сказал, показывай, что у меня есть. Доброго тебе времени суток, боец! Сегодня попробую несколько человек, да, из этого списочка вынести. Полное прохождение по плейлисту, как всегда, находится в описании. Обязательно не забывай поставить лайк. Погнали! В прошлой серии мы вынесли какую-то девочку, и сегодня мы попробуем наконец-то добраться до следующего нашего конкурента, а это именно Безумный Чет. Так, что нам нужно для этого? Для этого нужно отождать целый денек, да, поработать, попахать. Чё похавать не надо. Мы, кстати, да, и повышение в прошлый раз здесь выработали. Читаю ваши комментарии. Учёл все нюансики, косячки. То, что я в не тот стиль боя иногда ставлю там прием. Ну, прием ставлю из другого стиля боя и так далее. Все учтено, надеюсь, в моей голове. Короче, на практике сейчас будем это проверять все дело. Спасибо большое, что все время под проходниками моими отзываетесь. Все время там что-то пишете, как-то там что-то комментируете, советуете. Либо вот отсылочки, пасхалочки, да, по таймингу указывать. Очень круто, я все время все читаю, прям супер. Интереснее намного становится играть. Так, вечер, можно за 8 баксов теперь доезжать домой, чтобы время не тратить. Че, нам повышение дали как раз на проезд и будем его тратить. Че, у нас в холодильнике вообще есть еда? Конечно, есть, нормальненько. Стамину я буду качать пока что. Стамина это все, ребята. Конечно, хочется, наверное, уже и поотжиматься, и мышцы покачать. Но стамина это все, учитывая то, что у меня школа боевых искусств, да, именно предназначена для этого всего дела. Так, вон. Вон, Безумный Чет, мы на 5-е место выберемся, отвечаю, я даже не буду смотреть его характеристики. Я понимаю, что мы в прошлых сериях с тобой уже смотрели его характеристики, но я не помню, честно, что там. Я хочу, чтобы этот бой был для меня супер неожиданный. Я сейчас еще пойду ставочку сделаю, чтобы, если что, мне очков больше поднакинули. А очки это всегда хорошо. Так, пойдем похаваем, 5 утра, маман еще пока не спит. Маман, нормально там, маман? Че по телеку смотрят? Все видишь, точно, уверенно. Так, давай поспим. Потом пойдем заплатим, короче, ставочку сделаем, ставочку на наш следующий бой. Забыл, что, короче, дом открывается в что-то там в 20 или в 21, поэтому пришлось даже подработать чуть-чуть. Теперь у нас 219 баксов. Бобо, привет! Это, хочу, знаешь что? Хакни мой следующий бой, братишка. Дело сделано. Победа в следующем бою принесет тебе больше ГПП. Ну а если я проиграю, отнимет больше ГПП. ГПП, извиняюсь. Так, дочь, и мы можем сгонять на свалку. Я надеюсь, нам сейчас русские там не отмудохают. Мы все-таки их чип сняли, да? А, нахер я вообще к ним пошел работать, в принципе. Слушай, давай тренажер посмотрим. Можно у них будет купить? Начать хочу установить вашу программу «Купить». Тренажер, да, можно, давай его купим. В будущем все равно пригодится. У нас осталось 49 баксов. В принципе, нам вообще на это плевать. У нас дома еще есть 4 порции, да, мяса с овощами. Сейчас попробуем как раз новый наш тренажерчик. Так вот, чуть-чуть перекусим. 2 дня у нас перед боем. Давай проверим, все там, как он там будет. Ну-ка, оба, давай десяточку сделаем. Сразу сможешь, оба, хорош. Жим пошел, сколько поднимает, как думаете? Ваши ставки в комментариях. Ваши варианты, сколько килограмм жмет мужик. Так, десяточку взяли, ладно, давай уже добьем. Все, хавать захотел, братишка, 7,55. Я думаю, мама нам уже похавать не даст. А нет, еще не спит. Заебись, пожалуйста. Да все, все, отсоси. Маман, прости, что так базарю с тобой. Иди в очко. Ага, так. Все, работаем, размножаемся и так далее. Все, отпахали, нормально, денежек чуть-чуть есть, пожрали. Все нормально, с выносливостью. Блин, слушай, у меня 2 часа всего лишь до боя. Это займет час, да, сюда поход. Во-во, нормально, нормально, нормально. Я просто хочу... Ой, а что тут началось? Приветики, готов немного размяться? Тебе меня не провести. В прошлый раз мне пришлось прилично восстанавливаться. Дитя природы, не скорбит о собственной судьбе. Погнали. Бля, у меня бой, нет. Она сейчас мне потратит хп, и я просру следующий бой. За что мне это? Так, ладно, погнали. Так, лолкик. Лолкики, сейчас мы отлолкикаем ее чисто по бырику тогда. Давай, давай, поехали. Раз, чё ты уворачиваешься? Ну чё ты, раз, ну вот, 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 коленочка, давай. Миниск там как поживает, нормально? Выносливость как там поживает, нормально? Маникюрчик там, педикюрчик, ничего не откалывается у тебя там? По губную помаду я твою не трогаю, по лицу девушек не бью. Вперед, дальше хуярим. Так, нормально, нормально, смотри.
Раз, два, отлично. Ну все, хоть хп много нам не потратило, слава богу. Блоки реально в этой... Я-то думал, да, все время, что не так с уворотами моими? А это, оказывается, из другой школы боев вообще. Спасибо большое еще раз огромное за комментарии, да? Так, уф, в этот раз ты был гораздо лучше, конечно. Всего лишь стараюсь не допускать одну и ту же ошибку дважды. В нашем случае не стоит гладить кошку против шерсти. Ха, теперь я вижу, что ты приятный парень. Она подкатывает ко мне. Может, хочешь записаться на мои курсы по фитнесу? Если честно, у меня дел как в «Докторе Кто» серии. Сначала мама 20 лет не выпускала меня из дома. Потом отец загадочно пропал куда-то после победы на крутейшем турнире. Сейчас пытаюсь разгрести все это дерьмо. Ясно, понятно. Похоже, придется Рут опять задебаться одной. Фитнес не пользуется популярностью? Не, эти ленивые мартышки предпочитают нейротренировочки. Может быть, они просто стесняются задебаться в бесте. А мне-то что? Я не могу заниматься с каждым по отдельности. Или можешь. Но как? Мы с моим другом Генри смотрим старые фильмы. И что-то я не заметил, чтобы агент Смит устал умирать каждый раз, когда Генри пересматривает кассету. Намекаешь, что я могу записать свои уроки на видео? Ага. А ведь это может сработать. Спасибо за идею, друг. Давай, давай, подруга. Не за что. Спасибо за спарринг, друг. Друг, любовь, это искра, 100%. Так, идем хп восстанавливаем. ХП, выносливость бы мне. Она тоже восстанавливает? Подожди. А, она тратит, стой, блядь. Давай, мне выносливость нужна сейчас. Баблишка есть, все есть. Купить, так, батончик, давай, батончик. Вот, энергетик, давай мне, энергетик. Нормально, один энергетик хватит? Да, в принципе. Да ладно, чё жопить деньги, правильно, мы не жопим, мы жрём нахуй. А-а-а! Сила! Давай, сука, что ты там, на чё способен? Силач, смотрю, трюкач, сосач, я б сказал. Так, погнали в бой. Давай, давай. Хоп, 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 пошло, нормально, нормально. Ага, блок. Чё, стамина уходит, братишка, быстро, да? Быстро уходит, у меня тоже быстро уходит. Но у тебя ХП улетает, конечно, с космической скоростью. Так, слушай, что-то он там жрет. Восстанавливает немного здоровья. Вот это плохо. Так, блок, окей. Давай уберем один блок. Уберем один лоу-кик. Или как он там, лоу-кик-то. Так, все, в бой, погнали. Стамина, давай, опа. Раз, хорош. Так, ну пропустили Розолью. Это что там с этого взять-то? Вообще ерунда полнейшая. Блин, стамина уходит очень быстро. Так, слушай, давай посмотрим. Так. А что-то есть смысл что-то вообще расставлять здесь под него и так далее? Тоже мне что-то в комментариях советовали. Но в принципе пока и так изи. Я его отмудохаю, думаю. Давай уберем, постоим, посмотрим, что он сможет сделать нам. Так, вот так попробуем. Ага, так. Отлично. Это отработали. Оп, еще ударчик прошел. Так, можно блоки ставить, чтобы он чисто об меня свою стамину убивал. Блин, как вернуть-то кусочек? Ладно, давай вот так сделаем, чисто добьем его и все. Поехали. Раз. Давай, бля, где второй-то раз? Ну куда пошло-то все? Раз, два, все, изи. Готов, следующий, давайте мне следующего сюда. Записывайте его уже сразу же на бой. Приветствую. Черт, опять этот недоедливый умник. Я заметил, что ты не так плох на ринге, и думаю, на самом деле не так важно, сколько классов начальной школы ты окончил. Это комплимент? Как угодно, но к сути. Я бы хотел принести извинения за свое поведение в нашу прошлую встречу. Я не должен был говорить, что ты тупица. Да ну. В конце концов, мне неведомо о причинах, которые сделали тебя таким. А вот что подвох. Может быть, в детстве тебя выронили с 18 этажа. Или оставили на 6 лет перед включенным телевизором, по которому шла Сабрина маленькая ведьма. Я смотрел, нормальная, блин, тема. Ауч, вот это жестко, блин. А может, ты просто умственно отсталый садовник, который все еще ждет своего доктора Лоуренса Анджела? Или это слишком сложная отсылка для тебя? Да, кстати, да. В любом случае, это когда-нибудь закончится. Я приглашаю тебя в ночной клуб, чтобы отпраздновать твою очередную победу и заодно сгладить первое впечатление о себе. Каким будет твой ответ, бро? Так, ну, отлично. Я знаю, что тут ты смышленый паренек,
Может, не особо умный, но смышленый. Я буду ждать тебя в клубе. Выпивка за мой счет, бро. Я знаю, что для людей вроде тебя это немаловажно. Что я тут могу сказать? Какой чудесный паренек, блин. Согласен, согласны? Нормальный кореш, сразу видно наш. Так, ладно. Че, в клубешник, что ли, отправиться, пока нам следующий бой не записали? Надеюсь, нам не будут одного и того же, да, чеда этого подпихивать в боевку. Давай посмотрим, что мы можем прокачать в нашей ветви супербега приёбов. Так, здесь, по-моему, мы все выучили, да? Здесь теперь остается посмотреть. Во-во-во, стамину прокачали, теперь можно дальше развиваться. Так, достаточно тяжелый, чтобы драть чью-то задницу. Тяжелый хук, двойной вдох. Восстанавливает вдвое больше энергии, чем обычный пропуск атаки. Вот это прикольно. Удар по ребрам. Достаточно болезненный удар, который не... сильно зависит от силы. Блин, удар по ребрам, прикольно. Так, девяточка, восьмерка. Давай вот это сначала сделаем. Дам. Да, о, железный занавес. Защитная стойка с высоким шансом на блок и малыми затратами энергии. Блин, вот это хорошо вообще, отлично. Так, берем. Боковой удар по корпусу. Устаревший, но все еще рабочий. Стоп, мы его качали, по-моему. Но нам нужен для Супермен Панч. Ля, тут просчитано, модификация блока повышает шансы на успешный блок, просчитано. Бля, клево, так, берем, короче, здесь вот это сначала добиваем. Так, что еще можно качнуть, какую ветку? А, ну все, у меня очки пока кончились, нормально. Нормально, нормальненько, так, ночной клуб, да, говоришь, появился, где он есть, что по хп у нас? Ну, в принципе, для боя, не знаю, выдержим, наверное, давай к маман сгоняем сейчас, перекусим, да, у мамочки нашей маленькой. Родненькой, привет, мамулечка, блин, я так тебя люблю, мам. Мам, как дела? Это, похаваем хорошенько, да? Вот так прям. Ой, а что такое? О, на бой можно записаться с Платоном. Я даже не посмотрел характеристики. Ёбаный рот. Так, ладно. ХП у него много. Так, стамины меньше, чем у нас. Так, это ничего мне не добавилось. И инициативы у него меньше на один пункт. Силы примерно так же, всего остального меньше. Можно, в принципе, силу докачать. Слушай, бой через 3 дня всего лишь, клуб пока откладывается. Давай немножечко подкачаемся, чисто, ну, добьем силу, чтобы быть примерно на его уровне хотя бы. И пойдем в клуб. Работать мы будем чисто ради того, чтобы жрать и качаться. Слушай, а хавка медленнее тратится, когда качаемся, нежели на беговой дорожке. Нормально. Видимо, а хотя или так же. Не, по-моему, не так же, наверное. Так же я просто до пуза пожрал хорошенько. Давай, давай, десяточку надо взять. Надо взять. Старайся, мужик, давай. Блин. Так, пойдем поспим. Пойдем поспим, энергию восполним. Маман уже проснулась, она нам все равно не даст сейчас пожрать, поэтому спать надо до ночи прям. Прям до талого спим. Так, давай, давай, я надеюсь, ты... Блин, ты сейчас проснешься. Вот, сука. Так, ладно, пойдем поработаем тогда. Я надеюсь, этой писечки хватит, чтобы хотя бы мои 40 центов, там, долларов, да, заработать. Так, ну-ка, поехали. Не, не хватит, наверное. Ну-ка, ну, давай, давай. Блядь, ну ладно, зато маман уже проснулась. Погнали. У нас есть, если что, денежка на то, чтобы купить еды. В принципе, мы голодными не останемся, не страшно. Так, все, перекусываем. Здравствуйте, бабуля, блин, здравствуйте. Так, я так тебя люблю. Никогда плохого про тебя не думал. Жалко, все только утром хавать из-за тебя не могу. А так, в принципе, обожаю. Все, мы качаемся, сейчас десяточку добиваем. Может быть, даже в клуб вот этой ночью и заскочим, надеюсь, да? Давай, 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 давай. Десяточку, бери. Во, 11 точнее, все, хорошо. Клуб, где клуб? Полицейский участок, магазин, свалочка, дом. Ага, а где клуб находится? Лаборатория. Так, он меня позвал в клуб. А где клуб-то сам? Что-то... А, стоп! Меня вот это все время дверь интересовала. Как я вообще вспомнил, не знаю даже. Смотри, давай, я богатый. Я себе могу позволить такси в час ночи. 10 баксов. Вот, наверное. Да, да, прикинь. А я тогда что-то наводил, не нажималось. Наверное, вот сейчас открылся клуб. О, мой не такой уж и друг. Проходи, не стесняйся. Я уверен, что мне это нужно. А, ты уверен? Познакомься с моим другом Платоном. Привет. Вечер добрый. Мы как раз обсуждали одну его идею. Платон, будь так любезен, повторим. Это по поводу иллюзорности, повседневного восприятия. Неплохо. Уже чётенько базаришь. В пещере горит костер, и все люди в пещере стоят, собравшись вокруг костра. Но стоят, повернувшись к нему спиной, прикинь? Как ты думаешь, что они видят? Ничего, стены, может, пару шотов для начала. Так, стены видят. Стены видят. Они видят отблески пламени, брат. А, точно, блин, точно. И как ты думаешь,
Способны ли они составить какое-либо представление о том, что видят? Способны ли они понять, что такое огонь, если все, что доводилось им видеть, лишь тени на стенах пещеры? Конечно, их ведь хорошенько поджарят сзади. Простите, но что все-таки насчет шотов? Их хорошенько поджарят сзади. Конечно, не, ну по факту тоже не подкопаться. Ну а главный вопрос заключается в следующем. Если взять этих несчастных людей и развернуть их лицом к огню и сказать им «это огонь», не будет ли им нестерпимо жечь глаза? Не начнут ли они спорить, что огонь не это, но лишь отблески на стенах пещеры, которые видели они прежде? Трансцендентально, блин. Прошу прощения, но при чем тут повседневное восприятие? Нормально, блин. Не, ну он вообще мочит, да это же стендапер. Окей, вот задачка попроще. Теплый, бесполезный, никто никогда не видел. Что это? Теплый, бесполезный, не знаю, что? Твой мозг. Ха-ха-ха, бля. А, прости, что? Серьезно, где ты нашел этого парня? На полке с полуфабрикатами? Ха-ха, блин. Да что вы себе позволяете, я не понял. Слушай, может ты видел такую загадочную штуковину? Квадратная, с маленькими символами внутри, называется книга. Ты намекаешь, что я тупой? Бум! Вот она, лучшая шутка вечера. Вообще нормально, они нас унижают. Если так, то тогда... Бля, ебать, они уже ржут во все горло. Я сейчас умру от смеха. Ну ладно, посмотрим, кто будет смеяться последним, когда мы встретимся на ринге. Да, это точно. Когда ты не можешь в остроумии, надо все решать силой. А если ты не можешь силой, надо решать остроумием. Все логично. Все, это и все, ради этого я сюда пришел. Подожди, я так не бухнул даже. Ля, какой мужик, смотри, на сцене. Еее, Рок! А че это за дед? Нормально. О, какая-то девочка. Гого, стой. Гого Юбари, 17-летняя школьница-убийца. Зам главы Якудзе, менеджер ночного клуба. Ля, нормально, нормально. Но меня интересует 17-летняя вот эта вот. Ненавижу палки с гвоздями. Че, какие палки с гвоздями? Ладно. А я зам главы Якудзе что скажет? Не отвлекай меня от работы. Ладно, ладно, ребят, ладно. Вы такие все скучные, я не могу, блин. Ладно, пойдем за капу, возьмем еды, поработаем и на боевочку следующую. Стоп, 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 смотри, смотри, смотри. Мы можем повыситься можем. Надо брать. Плюс бабки. Мне просто дают плюс соточку теперь всегда. Блин, вообще с комфортом. С комфортом работаем теперь. Ля, смотри, каждый раз плюс соточка еще. Мы максимум, да, типа взяли на этой работе, блин. Жалко, что повыситься так же не получится на... Ой, а что там у меня камера мерцала? Я надеюсь, я тут был вообще все это время. Никакой работы по ночам. Спасибо, брат, спасибо. Так, пойдем купим кассету, У меня еда есть, в принципе, там еще на два раза. Два раза вкусить можно, я пока мышцы качать не собираюсь. Так, купить кассету. Давай, купим кассету. Отлично, последняя обойдется тебе. Да, это все последнее. Ты погибаешь, что это не смешно. Ладно, ладно, 400, никаких больше шуток. Да ёшкин кот, блять, согласен, сука, ты тупой. Из-за тебя бакс придется переплачивать. Так, пойдем сразу к Генрику сгоняем за 3 баксика. Нормально. Генри, здорово, я еще одну кассету, брат, принес тебе. Так, смотри, новая. Эй, Генри, я нашел новую кассету. Клево, заценим ее, брат. Да, конечно, ага, погнали, йоу, погнали, давай посмотрим, что там за боевичок такой еще прячется. 3, 2, 1, ну-ка. Смотрим фильм «Звездные слизни». Ля, это как «Звездные войны», только слизни, что ли? Ля, так, а, нет, это типа этот, как его? Короче, «Звездный десант», во, «Звездные слизни». Над человечеством нависла смертельная опасность. Полчища гигантских разумных слизней из далекой системы угрожают всей планете. Смогут ли справиться с этой угрозой? Люди, все окей, нормально. Развлекайся, это приказ. Я ожидаю лучшего, и я даю лучшее. Развлечение восстанавливает больше ярости, супер. Опасные упражнения. Тренируйся так, будто от этого зависит твоя жизнь. Во время тренировок тонус заполняется быстрее, ништяк. Боль лишь в твоем разуме. Меньше сердца расходуется после боя. Супер, не знаю, что это, но супер. Хороший слизень, мертвый слизень. Тебе не кажется, что это звучит грубовато? Ага, возможно. Слегка по-ксенофобски. Согласен. В смысле, почему они даже не попытались договориться? Потому что слизни не разговаривают.
Но их даже не спросили. Блин, короче, недавно на стриме Аня тоже смотрела этот фильм «Звездный десант» и то же самое практически говорила. Говорит, а чё люди их просто били? По-моему, там даже никто никому особо и не угрожал. Люди их просто били, и всё. Это то же самое. Видимо, это обширный вопрос в этом фильме. Так, похавать надо, конечно же. Ну-ка, проверим, как у нас теперь тренировочка. Идет бой через 7 часов, да? Нет, тогда надо поспать. Тогда надо поспать. С едой беда. С едой беда, поспим. На еду мы сейчас денег можем не добыть. И вот это будет реально печально. Так, ну ладно, в принципе, нормально. Выпутаемся. Сейчас немножко потратим. Посмотрим просто, как она тратит. Быстрее реально увеличивается или нет? Непонятненько. Блин, до 17, ну не добью, жалко, жалко. Очень бы пригодилось в бою на самом деле. Через 13 часов бой. Пойдем тогда пожрем нормально. Так, пожрем нормально. Опа, нормально пожрали. Спокойной ночи, маман. Пошла нахуй. Ой, извиняюсь. Все, теперь сейчас восстанавливаем энергию. Все, потому что там энергии у него чуть поменьше, чем у нас будет, а вот здоровья больше. Это очень плохо. Поехали, поехали. А потом надо в спортзал еще походить, там все поделать. Так. Ага, значит, ну сначала в блок уходим, семерочку тратит, так, ударчики у меня тратят энергии, так, 11, так, а другие какие, вот, например, вот этот, 13, так, 18, ну и стамины пиздец, невыгодно вообще как-то отстойно, я бы сказал даже, так, ладно, оставляем, нет, давай сначала по полной хуярим его, а, смотри, вот этот еще появился. Ну как-то что это, 8 он отнимает? А, он дает плюс вот эту, как, вот эту вот штуку он дает. Какую? Какую-то штуку он дает где-то. Давай попробуем пинок ему въебать разулю. Давай посмотрим, что будет. Может, мы его вымотаем. О, у нас хп одинаково. Нормально. Так, смотри, убивается чел нормально. Так. О, а где блок? Хорош. Так, а... во, удар нормальный прошел. Слушай, пока хорошо идем. Мы ему стамину почти всю вымотали. А где мой супер-мега-вдох? Сейчас, подожди, надо после этого раунда поискать. Блин, что я вообще лошьё? Ну ты лошок! Не, ну ой-ой-ой-ой-ой, печаль. О, он вымотает. Кто быстрее вымотается? А, нормально. Так, увеличивается шанс успешного блока. Слушай, у меня же другой блок появился. Он, тем более, тратит 5. Давай его возьмем. Вот, его возьмем. Так, увеличивает эффективность блока, противник получает больше урона при нокдауне. Увеличивает шанс успешного блока между раундами. Так, все хорошо здесь. Здесь все хорошо. Со стаминой у нас не очень хорошо. Энергию пока... А, ну видишь, он... Ага. Ячейки что-то значат? Вот, например, если я поставлю вот так, смотри, бой. Ой, вот так. Вот тут пропущу. Смотри. С какой целью? С какой целью я это делаю? То есть я тут энергию восстановлю. Да где это? Где лолкик мой? Вот он. То есть я энергию восстановлю сначала, а он проебет. Но мой блок сработает. Типа, вот работает это так или нет? Порядок я имею в виду. Давай проверим. Так. А, нет, все равно я бью. Вообще еще и всю стамину потратил. Так. Непонятно. Я хотел наоборот ее накопить. Ага. Последний ударчик, бро. Так, а давай постоим просто. Давай просто постоим. Интересно, что будет. У нас есть пока шанс попробовать хорошенько. Ля-ля-ля-ля, нормально. Мы, короче, все раунды потратили на то, чтобы отожрать стамину. Но у него со стаминой вообще беда. Слушай, ну это вообще клоун. Так, окей. Сейчас мы его чисто жесткими приемами. Во, удара лопата ему бомбанем. А, тяжелый апперкот ему ёбнем. Так, подожди, нет, давай тяжелый апперкот. О, двойной вдох сначала сделаем. Во, поехали. Двойной вдох, пошел. На нахуй. Где мой двойной вдох? Это он и был? Отлично, прикольно. Так, все, изи. Ау, че этот парень умеет драться, да? Эй, ты за кого вообще болеешь? Конечно, за тебя, но ты должен чаще давать своим фанатам повод для радости. Ты ведь уже опробовал наши нейротренажеры? Да, но... На твоем месте я бы оттуда вообще не выбирался. Еще можно было бы использовать экстремальные нейротренировки, но они в ремонте. Экстремальные нейротренировки? Это еще что такое? О, это Феррари в мире нейротренажеров. С этой малышкой ты можешь тренироваться еще быстрее и эффективнее, хоть и с маленьким риском, который, как подразумевает слово «экстремальный». Почему они сломаны? Не знаю, похоже, этот глупый механик готов провалиться под ними...
годы проваляться. Если интересно, спроси у него, может, сумеешь чем-нибудь помочь? А где этот механик находится, брат? Я что-то не понял, где эти нейротренировки? А вот этот, что ли? Так, вот эти еще у нас есть, но мне бы на еду поработать пойти. Здравствуйте, здравствуйте. А ну отвали от моей ширинки, хулиганье, блин. Бля, а ты еще кто такой? Просто клиент. А я думал, ты один из тех подонков, которые тут бегают. Ты пытают... Так. То пытаются стащить гаечный ключ, то за штаны дергают. Видел кого-нибудь? Так и чего хотел-то? Узнать, могу ли я помочь с ремонтом этой штуки. А ведь ты крепкий парнишка, может, у тебя и получится. Получится что? Согнуть ее несгибаемо. На самом деле не хватает всего лишь одной детали. Так... Это что еще за штуковина? Называется бутылка Клейна. Нужно... нужен кто-то, кто может согнуть такое. Выглядит непросто. Ага. А тут понадобится настоящий мастер сгибания. Слышал, парни на рабосвалке немного смыслят в этом. Можешь спросить их главаря бригаду Гришаню? Ну а мне нужно возвращаться к работе, брат. Главное, чтобы эти подонки не стащили бы гаечный ключ. Так, все отлично, понял. Я понял тебя. Так. Давай восстановим хпшечку чуть-чуть быстренько, это бесплатно. Девчонки одни и те же все время, тут тренируются днем и ночью, прикинь. Вот это у них, конечно, выработка. Так, нет, надо вот так все-таки. Все, погнали, куда гоним? Так, мы гоним, ну давай на работу сгоняем тогда, пока еще время есть. Там соточку теперь дают. Соточку, поехали. Так, блин, ну до соточки, правда, работать теперь все время долго. А может, у него можно еще какое-то гипер-мега-супер улучшение купить? Но все равно бабки текут рекой, это очень хорошо. Единственное, что у русской мафии я отказался от их улучшения. А это улучшение как раз давало сгибание. Хочу установить твою программу, чтобы работать лучше. Кажется, что она у тебя уже установлена. Ты почувствуешь свое преимущество, если прекратишь слоняться. Ладно, брат, я понял твои наезды. Так, едем, сейчас еды закупим чуть-чуть и на свалочку сгоняем. Здорово, Бобо, как жизнь? Дай мне еды. Спасибо большое. Так, тут, пацаны, чё, как у вас дела вообще? Здорово. Начать, мне нужны кое-какие детали. Можешь согнуть эту штуку? Оглянись, ты находишься там, где сгибается все на свете. Что за... Не, это невозможно. Даже не проси. Но почему? Что-то депрессия у него какая-то. В моей стране мы называем это некая хрень. В переводе означает то, чего не может быть. Так что желаю удачи в сгибании этой штуки, товарищ. Это загадочная некая хрень. Неужели нет никого, кто мог бы помочь? Разве только что пацан с ложкой. Пацан с ложкой? Так точно. Ты найдешь его под мостом. Пацан с ложкой, интересно. Возьми смеху, схему некой херни и заготовку. Простые смертные здесь бессильны. Ладно, брат, так, пацан под мостом, поехали. Все скажет нам, опа, это пацан за под мостом, а это что за дед? Контрабандист, опа, хочешь прикупить незаконного дерьма? Конечно, конечно. Пс, эй, здоровяк. Я? Да, ты. Ты похож на спортивного парня. Хочешь попробовать дерьмо, которое поможет тебе стать сильнее? Что это? Стероиды? О, или может та штука, которую пили берсерки перед боем? Нет. Хотя вторая идея неплоха. Надо будет подкинуть ее подставщикам. Мы же предлагаем бустеры, которые временно повысят твои характеристики. Интересно. Где ты это достал? Это не опасно? Сколько это стоит? О, цены у нас самые доступные, а вот количество ограничено. Видишь ли, чтобы приготовить бустер, извиняюсь, голоса не подобрал, нужен как минимум день. К тому же, само сюда дерьмо не приплывет. В итоге, ты можешь купить по одному бустеру каждого вида в день. Потом придется подождать новой поставки. Это не опасно. А драться каждый день, это не опасно? Все, что мы делаем в той или иной мере, опасно, здоровяк. Тут самое главное чувство меры.
Где ты это достал? Давай так, ты не спрашиваешь, где я беру свое дерьмо, я не спрашиваю, кого ты с его помощью будешь будохать, идет? Все, что я могу сказать, это что в руках у меня весло, а рядом стоит плот. Так что настоящий детектив бы предположил, что дерьмо берется откуда-то с другого берега. Так что ты хочешь покупить немного незаконного дерьма? Давай посмотрим, что у тебя там есть. Так, малый бустер силы. Но я вообще их не хочу, честно говоря, употреблять вообще. Средний бустер силы, большой бустер ловкости. Ну, прикольно, прикольно, но мне это не надо, мне это не интересует. Я зожник. О, пацан с ложкой, а это дедушка. То ли будрец, то ли чокнутый, надо поговорить. Уйти нельзя. Так, пацан с ложкой, брат, погни мне. Привет, ты пацан с ложкой? Может, да, может, нет. Но ты ведь пацан, так? И вокруг валяются ложки, верно? Чего ты хочешь? Мог бы ты согнуть для меня это? Я спрашивал у бригадира, но он сказал, что это невозможно. Так и есть. О, ну как тогда? Не пытайся согнуть эту штуковину, вместо этого попытайся понять правду. Какую правду? Ну, ты должен мне 50 баксов. Ах ты подлый мелкий, у меня нет. Увидеть правду всегда непросто, но в конце концов это необходимо. Ага. Окей, надо поработать. Намек понятен. Едем домой, сейчас мы там это закусим. Покушаем хорошенечко. В холодильнике я еды как раз себе прикупил. Вкусненькой, хорошенькой. Так, надо бы, наверное, везде вообще работать. Хотя нет, у меня хорошая работа. Зачем мне еще где-то работать, правильно? С другой стороны, там, может, квестики какие-то интересные, да, могут подкинуть, не знаю. Давай восстановим сейчас выносливость. Если с ней все хорошо, пробежимся чуть-чуть на беговой дорожке. Там, по-моему, да, хорошо. А, так, во, мне до 17. До 17, давай, блядь, там еще эту штуку надо восполнять. Смотри, аж до... А, я что-то как-то проебал много. Смотри, выносливости. Куда игра ушла? Смотри, я много выносливости куда-то потерял. Жестко. Жестко. Так, десяточка. Блять, я даже не восполнил свою выносливость старую. Печально. Но она, в принципе, быстро восстанавливается. Сейчас мы вот так пожрем хорошенько. Ай, ладно, мне на работу теперь пора, блин. Так, не тратим время. На работе надо пахать хорошо. И 50 баксов надо, и на новую поставку еды надо. Но ничего, когда-то в будущем я увижу премию в виде соточки. Она, в принципе, вроде быстро, да, повышается? Ну-ка. А, за один такой этот. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давай заново. Заново пока работаем. А, мы не успеем досчитать. Сколько тут делений? Напиши мне в комментарии. Никакого выбивания слизи под оча, брат. Я понял, бро. Спасибо, брат. Так, мне надо капу сгонять. Пока все, хватит тратить деньги на таксишки бесконечные. Не очень выгодно обходится все это дело. Покупаем жраки. Да, под завязочку. Один бакс у меня остался, еблан, да, это ж я хотел купить... О, безумный Мэтт, ну-ка, блин, я записался, черт, я хотел посмотреть сначала, что там, 145, 181, 3, так, 6, 5, 10, нормально, в принципе. О, он еще и моей тактикой боя владеет, это так мило. А, погнали тогда сгоняем, где наш этот, сейчас, где, а где, стоп, подожди. Где тренировочный? Вот, спортзал. Погнали в спортзал тогда. Там эти... Рок! Прокачаем себе. Потом за него какую-нибудь тату поднимем, да? Что тут еще можно, кстати, поделать? Или только красить можно? Только красить, да? Так, а сколько нам еще надо? Повышение будет. А тут есть вообще финал? Или это чисто респекты приходить завоевывать себе, нет? Финал у этого дерьма есть? Вот смотри, сейчас повышение будет. А, нет, что-то... О, убрался реально немного, кайфово. Давай посмотрим тогда. Давай посмотрим, что мы можем теперь за респекты наши улучшить. Бей как жизнь. Так, прикольно. Ты в порядке, сынок? Боль лишь в твоем разуме. Меньше расходуется после боя. А, это нам возможные для прокачки дали. Опасные упражнения тренируются так, будто от этого зависит твоя жизнь. Во время тренировок тонус заполняется быстрее. Вот. То есть это у меня не было прокачано. А я там сидел, я не знаю, что я говорил. Я говорил, по-моему, быстрее началось. Там внушение работало у меня, кто знает в комментариях. А? Так, я ожидаю лучшего и даю лучшее. Развлечение, вот, это тоже можно. Так, сколько у меня еще? 55 есть. Расходуется меньше хп. Ну давай, давай, ладно. Хорошо, после боя, типа хп у меня, так я понимаю, побольше, да, будет? Еще давай, время есть, 5 утра, замечательно. У меня через 2 дня бой, супер. Жрать хочу жестко, поэтому домой возвращаться смысла особо не имеет. Почему? Да потому что маман проснется только в 17.00.
Маман проснется в 17:00, поэтому нам, видимо, придется погулять немножко по городу. Давай сначала прогуляемся сюда, пройдет около часа, да, с чем-то там. Так, это уже 13:05. Привет, ученый! Ой, а что такое? Гладос, закажи новый квантовый ускоритель. К сожалению, на счете недостаточно средств. Недостаточно средств? Я почетный гражданин города ради всего святого. Разве моя пенсия не покроет хотя бы это? В этом месяце опять выросли налоги. Теперь пенсии хватит разве что на чашку кофе. Черт подери! Но на ту, что подороже, со сливками и кленовым сиропом. Хватит, Гладос. И с маленьким смайликом из пены. Я понял! И тремя зефирками маршмеллоу. Господи, эй, парень, подойди-ка сюда. Чё? Хочешь по-быстрому заработать? Конечно. У меня есть пара убойных армейских имплантов, надо доставить их на мост. И совершить незаконный акт продажи сотрудникам полиции. Полиции, блин. Полиции, я читаю. Нормально. Или как я это называю, я заработаю, ты заработаешь, все мы заработаем. Так, все, нормально, спасибо, спасибо, спасибо. Дед, ты гений, дед, ты респект. Ты есть респект. Кто как выглядит, дед выглядит респект. Блин, там, наверное, боёчка какая-то начнется. Давай сначала к магазину пробежимся, нам надо время проскипать, мы работать ничего не можем, ничего не можем. Просто ходим тогда, ходим, ходим, 14, сколько там будет, 15, рано, мама в 17:00 где-то просыпается, если я ничего не путаю. Да, она еще спит. Тогда прогуляемся к Генри 20 минут. Потом, привет, Генри, я тут просто гуляю, не обращаю внимания. Вдруг она 16:00 просыпается, нет? Мам, ну что за дерьмо, мам? Так, ладно, сюда 45, туда 45, и все, и точно уже проснется. Маман, бам, пришлось погулять, чтобы покушать дома. Ты представь, что у меня за мать? Ну и сука. Привет, я тебя обожаю, мам, ты вообще очень респектовая женщина. Так, все, похавали от души пожрали, 22, так, все, пойдем поспим теперь, от души выспимся, качаться пока не будем, прокачиваться. Так, через 10 часов у нас бой, да, я так понимаю. Тогда я не буду дергаться лишний раз и носить какие-то опасные там эти механизмы там куда-то там. Давай лучше пойдем, блин, почему сюда зайти нельзя, обидно, обидно, очень обидно. Хочется поработать, но, в принципе, уже невыгодно. Через 7 часов бой. Ну ладно, пойдем, похуй. Что будет, то будет. Рискуем, короче. Просто я боюсь, сейчас опять какой-то бой начнется. Здравствуйте, офицер. Это запретная зона, сынок. Немедленно доложить цель визита. Меня прислал Эммет. Кто? Ну, такой странноватый ученый. С какой целью? У меня для вас кое-что есть. Сынок, ты пытаешься втянуть нас во взяточничество или незаконную продажу? Да, так бы сразу и сказал, показывай, что у меня есть. Нормально, хочу затестить вот эту вот хреновину. Давай, сынок. Офицер, ваш не стоит, сука, он опять какое-то дерьмо сожрал, и мне его надо победить. Вот как, тогда ты пытаешься... Право хранить молчание. Я понял. Давайте драться. Ладно, так. Где мои лолы? Куклы лолы. Так, здравствуйте. А, вот эта, наверное, штука тратит мне все нахуй. А, хотя нет, не должна. Бля, я путаюсь, вообще не понимаю. Во, видишь? Блин, мне до боя надо тонус повысить. Тонус у нас... Блядь, так, ладно. Ладно. Так, что мне тратит тонус? Подожди. А, все, понял. Ага. Так, этот блок тратит... Понял, тонус. То есть его надо в особый момент тратить. Ну, погнали, дед, давай. Смотри, лол-кик называется, брат. Давай. Стаминочка уходит. Чувствуешь, братишка? Чувствуешь, как твоя голень отлетает? Просто коленная чашечка не держится в седле. Чувствуешь, старик? Твои импланты даже от ученого тебе не помогают. Поехали дальше, не ссыкуй, давай. Раз, два, работаем. У тебя стамина, по идее, судя по прошлому. А, ты там ударчики поменял, да, я смотрю. Так, давай раунд закончим. Блять, давай раунд закончим, брат. Давай раунд, так, все хорошо. А, мы тоже убираем, значит, убираем. Так, ща, поехали. Давай, дед, работаем. Оп, восстановили, раз, хорош. Так, еще будет? Ну, нужна мне стамина, чтобы добить тебя уже в следующий раз, и все, в следующем раунде.
Так, видишь, сколько потратилось опять? Мы вырубаем это все дерьмом. Так, и поехали. Ща, где мой? Опа, 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 поехали. Давай. Бах, давай. Раз, два, три, работаем. Все, да, пал, пал, мужик, пал. Не-не-не, это хуйня, братишка, все уже не вытянешь. Фу, хорошо, вин, всех рубим, изи. Так. Эта штука действительно неплоха. Спасибо, что притащил сюда эту смертоносную опасную херню. Вот твои деньги. Сколько дал? Сколько дал? Где мои деньги? А, переводит? А, не переводится деньги. Где мои деньги? Где деньги-то? У меня 0,1 бакс, как был, так и есть. В смысле, вот твои деньги? Где мои деньги? Так, новый баф. Опасные упражнения. Развлекайтесь, это приказ. Так, убойный армейский плат. Деньги. Где мои деньги, блядь? А, вот они. А, надо разделить деньги с ученым. Все, окей. Так, до боя еще есть время отоспаться. А, нормально, нормально. Во, надо на беговую дорожку быстро бежать. Быстро, быстро, быстро. Потому что у меня сейчас бой важный очень будет. Так, надо восполниться. Есть еда, есть что там? Три еды. Все, отлично, отлично. Справимся, хорошо. Так, энергию не будем восполнять. Будем только тратить ее. Во-во-во, видишь? Сейчас восполним, потому что пиздец будет. Если я не успею полностью. Ну, мне так кажется, что будет еще 18-ку, да, добить. Вообще волшебно было. Пока на позитиве держится, смотри, пока нормально. Устает, устает по чуть-чуть, но... О! Давай, брат, давай, 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 давай. Давай, 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 поднажми 17-ку, бери, брат. 17-ку, хорош. Все, отдыхай, отдыхай, хорошо. Так, сейчас похавать надо сходить. Маман не даст, сука, маман не даст пожрать. Так, ладно, пойдем к ученому сбегаем пока. Бабки разделим, бабки. Так, время еще есть, все хорошо. Привет, братишка, что тут? Привет. У нас нет времени на эту чепуху, ты принес деньги? Ага, вот. О, 100 баксов. Наконец-то. Гладус, заказывай ту штуковину. 100 баксов? Что ты там заказала? Что мы тут подключили? Блин, интересно, чем у них тут будет развязочка какая. Знаешь, что снится электро... Да кем? Кому? Ладно, до свидания. Я не хочу в этом участвовать в разговоре. О, блядь, сука, блин. Давай, короче, домой. Домой быстренько. Я успею пожрать, я успею пожрать. Через 2 часа я смогу пожрать. Так, у нас есть 100 баксов, хорошо. Так. О, привет. А это, кстати, да, уборщик из клиники вы писали. Прикольно, прикольно. 16:30. Сука, да дайте мне нормально, блин, черт, под мост тогда сгоняем сначала. Под мост, это ж не по пути, надеюсь. Так, ну-ка, 50, во, нормально, 17:00, маман должна встать, точно, у нас 5 часов для боя есть, до боя. Привет, мама! Из-за тебя, бля, чуть свои рейтинги не просираю, маман, блин. Так, все, отлично, давай теперь сюда. 2 часа осталось, отлично, успеваем, все, супер, все, комфортненько двигаемся. Так, я просто хочу хпшечку восполнить до конца. Так, мне бы энергию восполнить, 100 баксов есть, сейчас батончик тогда захаваем еще. Так, время есть, 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 есть. Все, 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 все. Тихо, тихо, тихо. Когда мы хаваем батончик, у нас же это... Ну, не тратится время, я надеюсь, да? Так, все, 20 минут есть. Батончик выпили. Отлично, ну давай, братишка. Блядь, по-моему, я купил батончик для этого, да? Не для этого. Ладно, давай, братан, посмотрим, на что ты способен. Мы с тобой дрались или нет? Я вас уже не различаю. Вы для меня ничтожество. Так, обычный блок ставим. Все нормально, в бой, поехали. Раз, два, три, хорош, давай, о, 33 снял, двоечку, пятерочку снял, ну это вообще ничто, ёпта. Так, нормально, стамину бы ему еще побольше снимать. Так, все, следующий раунд мы отдыхаем. Следующий раунд отдыхаем. Но, давай бить один раз, но ебануто мощно. Так, это тратит, да? Ага. Но, не, а где там супер, вот, что это такое? А, эта штука наоборот назад восстанавливает. Двойной вдох. Вдвое больше энергии, чем обычный пропуск. Ну ладно, давай просто проверим. Так, ну-ка. Оп-оп-оп, хорош, хорош. Чё там, чё там? Восполняется в 2 раза больше. О, много восполняется, если я ничего не путаю и все понимаю. Так, слушай, мы эту штуку вообще оставляем? И лол-кики добавляем. Вообще, по-моему, нормально действует. Слушай, дыхалочка работает, и приемы отрабатываем хорошо. Так, стой, блок. А, блок поставил, все, нормально. Давай, работаем, работаем. Сейчас мы его вымотаем, мы его вымотаем. Ля, смотри, реально, у меня вообще стамина не может уйти. Мы поэтому можем заменить, что вот на этот ебанутый удар. Но он, смотри, одну эту штуку тратит. Похуй, посмотрим. Давай, бах. Ну-ка, давай, давай, с руки ему. Ёбни, хорош.
Бля, нормас! Блядь, да пиздец! Я чем дальше играю, тем жестче понимаю, тем больше охереваю, тем больше пацанов-мужичков лысых вырубаю! Ай, хорошо, так, хорошо. Фу, здорово, что у нас там по нашей турнирной лестнице? Я на третьем месте, ребят, топ-3, топ-3! Блин, я думаю, на этом моменте тогда надо остановиться. В следующий раз мы будем сражаться в топ-3. Гнуть у лысого пацана ложки и так далее. Обязательно не забывай подписываться на мой канал, жать на колокольчик, включать все уведомления, подписываться на Boosty, если хочешь меня поддержать. Также обязательно подписывайся в группу ВК и в Телеграме. Спасибо тебе еще раз большое за просмотр. До встречи.